Здравствуйте всем! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня поиграем, как всегда, в Satisfactory. Поиграем. В общем-то, у меня хаос на производстве. В общем-то, не идет производство у меня никак. Вы знаете, что я нашел сохранение, которое... Ну, не идет оно никак у меня. Это сохранение... И это самое, подождите. Минутку, звуки. Подождите. Да, вот звук есть. Появился у меня в наушниках. Отлично. А то я что-то не слышал. Значит, я... Не идет производство у меня никак, ребята. Просто хаос. Просто полный. Продолжаем. А тир 3, 4 у нас, ребята. Вот. Я не понимаю, что выключается. Есть у нас, смотрите, какой гигантский завод. То есть, не завод, а гигантская штуковина. Которая вырабатывает нам энергию. Кстати, хочу сказать спасибо одному человеку. Его ник... сейчас я посмотрю, как называется его ник, я забыл. Сейчас, в Ютубе его... О, не в Ютубе, а в... Теме, ник его. Я не знаю, как его звать. Где-то я записывал. Как его звать-то? Вот. Вот. Old Fox 1970, вот. Спасибо огромное, кстати. Вот мы с ним... Вместе строили, кстати, этот завод. Уже, как его называется-то? Подожди. По времени все посмотрим, ага. Долго строили. В общем-то, это сохранение у меня с откатом. В общем-то, новое сохранение не сохранилось. Ну, в общем-то, что-то пропало, в общем-то, на заводе. Что-то осталось. В общем-то, но энергия есть у нас. Вырабатывается энергия. Это самое главное, вот. Кстати, это его работа, кстати, вот это вот. Производство, вот это вот энергии, кстати. И вот это вот, это строил он. Вот это вот. Ну и до сих пор еще работает пока что. Правда, я тут я немножко кое-что починил. Там он кое-что не подключил. Там был один провод не подключен. Там кое-где... Это самое, как его называется-то... уголь не подходил. Не входил. В общем-то, это чуть-чуть починил. Все работает теперь. Но самая главная беда, это хаос, который у нас есть. Здесь у нас есть бетон. Который делается бетон, складывается в хранилище. Вот когда нам нужно будет много бетона, и до базы идти долго будет, а я буду отсюда бетон брать. Вот. В общем-то, оно все шло сразу же в... У судовод шло, на утилизацию шло. Кстати. Теперь на утилизацию ничего не идет у нас. То есть, бетон, в общем-то. Дальше что у нас? Дальше у нас тут тоже хаос большой. Смотрите, ребята, здесь у нас склады, опять гигантские, которые делают... которые делают что-то там, пожалуйста. А что они тут делают? Подожди, а что они тут делают? Усиленную железную пластину они делают. Хм, усиленная железная пластина? Пожалуйста, куда усиленная железная... Чего? Усиленная железная пластина идет сразу же в мусорку? Нет! Нет! Я тебя спасу! Я тебя не спасу, да? Пожалуйста, где он? Он здесь. Я тебя спасу здесь.
Ну? Подожди, а чё они выходят? Я не понял, где? А, стоп, а куда она идет? Я не понял, она идет сюда? Нет, она... С какой скоростью она идет? Подождите минутку. Так, мы сейчас запустим еще раз. О, кстати, написал мне Old Fox. Кстати, сейчас. Написал привет. Ага. Он пишет, что в релизе 1.0 все переделают. Придется все сначала играть. Ага. Это логично, что в релизе. Мне просто очень жалко продолжить. Да я знаю, что поменять рецепты, ресурсы и рецепты поменяют. Я знаю, что... Ой, сейчас напишу. Я ему написал, что мне жалко этого завода и время потраченного. Просто тут у нас уже 60 часов. Просто 60. Просто 60 часов, Вася, 60. Я понимаю, что это мало. Это, да? Но... 60, это для меня уже, ого-го, 60 часов, это много. Правда, тут разгребать это все надо, весь хаос. Просто этот весь хаос разгребать надо. Подожди, минутку, я сейчас почитаю, что он написал мне. Он написал, что надо ждать версию 1.0. Окей. Ладно, версия 1.0 так 1.0. И не заморачиваться. Хорошо, я не буду заморачиваться, кстати. Я не буду заморачиваться. Я буду играть здесь на версии экспериментальной, потому что мне жалко. Мне очень жалко. И особенно вот эти вот красивые трубы. Они так хорошо стоят. Просто. Идеально построено. Мне нравится. Вот это вот вообще шикарно. Слушайте, а? Мне это... Мне нравится, кстати. Это вот построено. Подожди, мне нужно сейчас кое-что построить еще. Построено-то построено. Конвейерный разветвитель мне надо. Нет, мне не конвейерный. Умный разветвитель мне нужен, во-первых. Умный разветвитель, значит, прямо идет, подожди. Не прямо идет. Не прямо, а налево. Сейчас, я подожди, я сейчас... Я дострою. Настрою. Подожди, а как мне построить-то? Он слишком большой, да, конвейер? Ой, не конвейер, а этот. Он... Мусорка идет сюда. Ага, мусорка здесь находится.
Ага. Это у нас укрепленные пластины железные. Блин, у него тут построено. Да, хорошо, кстати, построено. Так, минутку. Это мусорка. Значит, прямо идет центральный. Это у нас идет что? Переизбыток. Ага. А отсюда будем строить. Боже, а как мне построить так красиво, чтобы было бы? Все красиво. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, это не так. Ухухухухонечки. Блин аж. Блин-блинские, ребята. Боже, а что тут? А, тут бетон у нас идет, да? В мусорку идет бетон. Переизбыток бетона. Переизбыток бетона идет. Ай, блин. Тут все так. Ага. Так, а куда мне поставить так, чтобы оно. Тут у нас идет этот самый, да? Этот. Угу. Тут у нас медные листы идут. Ой. Такс, ладно. Давайте сломаем. Как он там написал, это самое не заморачиваться или как он там написал? Ладно, я не буду тоже заморачиваться, я буду просто строить. Значит, я сюда строить будем. Сейчас. Потому что сейчас самое сложное, кстати, будет. Сейчас очень самый сложный этап у нас. Тут идет этот. Вот. Так это мусорка. Сюда. Нет! Что угодно. Да. Вот! Отлично! Фу! У меня 20 укрепленных сюда, должен укрепленные. Значит, укрепленные сюда идут. Правильно? Правильно идут. Ага. Укрепленные сюда идут. Значит, сюда мы строим вот так вот. Аккуратно. Типа ничего тут не было. Вот. Типа, платформа еще одна. Ага. У нас теперь укрепленные пластины есть. Они в коллекцию идут у нас. Не в коллекцию, а так, минутку почитаем, что. Да, месяц остался. Я знаю, что 10 сентября. Как там было? И снова 1 сентября. Та-та-та-там. Та-та-та-та. И снова 5 сентября. Ну почему? Ну почему? Так все произошло. Я вспомнил этого самого, как его, Шуфутинского. Да-да, ребята, я такой старый человек. Подожди, что тут производится у нас? Подожди, что тут у нас? Ага, тут у нас вот это. Блин. Блин-блинский. 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 Ух ты, слушай, как он красиво тут поставил. Прям под водопадом. Вообще четко. Ладно, давай забираем тогда все. Нет, не забираем все. Подожди, а как еще оно строится? А, я понял, еще оно строится. Надо выложить. Все. Серьезно, у меня после инвентарь очень много инвентаря. Ладно. Так, это перекладываем сюда. У меня просто инвентарь полный. Так. Боже, это в мусорку идет все. Боже, а зачем оно идет сюда? Оно идет должно сюда на выход идти, правильно? Тут неправильно, кстати, было. Кстати, это и не я стоял, вот это вот все. Весь этот компот. Так, подожди, теперь надо понять этот про компот. Значит. Сейчас придумаю. Сейчас я придумаю, ребята, сейчас.
Минутку, я придумаю, как лучше сделать. Значит, сюда мы выкладываем. Ага, бетона мне не хватает. Молодец я. Так, у меня есть... Ага, я еще топливо выложил. Молодец я. Я просто гений. Иногда, ребята, я просто гений. Как в данный момент, я просто гений. Значит. Короче, сюда мы ставим, смотри. Сюда мы ставим... Не это ставим, вот это ставим сюда. Вот сюда вот, как... Как раз оно прямо в это углубление. Угу. А, подожди, оно... Тут надо разветвитель ставить. Блин, тут соединитель стоит. А, оно соединяет. Правильно. Тут надо соединитель, потом разветвитель ставить. На, наверное, разветвитель. Тут не хватает ленты еще. Сейчас. Сейчас я придумаю. Так, значит, мне нужно что? Вот это. И вот это нужно, да? Конвейерный разветвитель. А, тут еще вот этого не хватает. Допустим, то ладно, конвейерный разветвитель. Ой-ой-ой, загрузочка идет опять. Значит, конвейерный разветвитель ставим. Разветвитель. Пам-пам-пам. Ага. Конвейерный разветвитель. Значит, половина идет сюда. А как мне это все сделать теперь? Чтобы оно... подожди, какой разветвитель? Ты что, дурак? Подожди, какой разветвитель? Я, вот это надо ставить. Чего не хватает? Ага. Сейчас, чего там не хватало? Блин, что это умное разветвитель? Я могу поставить теперь? Не хватает еще вот этого. Вот этого не хватает, что ли? Роторы. Чего не хватает? Ограничитель ИИ? Вопрос, а зачем ему ограничитель ИИ? Ведь он... Вопрос, а зачем ему ограничивать это умственная способность? Подожди. Прямо центральная переизбыток. Налево. Что угодно. Ага. Я молодец, кстати. Я молодец. Я гений просто. Угу. А как я могу поставить так, чтобы оно... Хотя оно сюда не влезет. Боже, ведь он, этот контейнер большой не, ведь не влезет сюда, ведь он. Боже. Даже если я постараюсь впихнуть его сюда. Или он влезет. Подожди. О, он, кстати, влез. Неплохо, как это было? Найс. Он влез сюда, кстати. Ага. И переизбыток весь идет сюда вот. Да. Выкладываем вот это. Вот. Сейчас он все заполнится, и переизбыток будет в мусорку выкидываться. А, почему? А, почему? Я понял, почему так медленно все это работает. Я понял. Почему? Пожалуйста, как? Подожди, ну я понимаю, но... Сейчас, минутку, я посмотрю, кстати, что тут у нас. Подожди, тут у нас чего... всего хватает даже, да? Да, он очень компактно поставил, конечно, но я не могу даже... Подожди, это что, соединитель? Конвейерный соединитель он поставил просто очень компактно. Что я не могу даже к нему подобраться. Конвейерный соединитель. Вот такого вот не надо делать. Чтобы ставить прямо очень компактно. Не компактно, конечно, надо ставить, но не настолько компактно. Есть одно правило.
в Satisfactory. Не мельчи. Вот. Потому что... Пожалуйста, я могу теперь? Да, я могу достать. Вот. Так, теперь тут у нас делается железные пластины. Так, железные пластины идут сюда. Пожалуйста, я заберу себе 200 штук. Вот. Кстати, спасибо. Половина хлама, который тут производится, а весь часть хлама идет на... В мусорку идет часть хлама. Пожди, а тут опять... Тут то же самое, да? Ага. Тут то же самое. Соедините, которые вообще... Они... Да, тут конвейерный соединитель. Который вообще не очень. Это конвейерный соединитель. Значит, конвейерный соединитель. Ставим сюда, соединяем. Быстро делаем вот так вот. Соединяем тоже. Вот так вот. Замечательно. Потом надо умный ставить сюда. Умный ставим. Пожди, умный-то умный. А как мне... Умный-то умный. Подожди. Умный, разумный. Пожди. Надо это все разобрать. Чертям это. Так. Мне нужно еще вот этот вот. Он сюда не вместится. Да он вообще не вмещается никак. Он вообще никак не вмещается. Подожди, это... Подожди, допустим-то, ладно. Как мне тогда поставить-то? Допустим, тот склад будет этот. Да, уберись ты. В баню, пожалуйста. Пум-пум-пум. А тут у нас... Ага, винты находятся. Слушай, в таком честном заводе... Это очень честно прямо он построил. Блин, можно было поставить эти самые, как его называется-то? Вот это вот поставить. Пожалуйста, цифру 6. Вот это вот поставить. И вывести наверх, и там вот строить завод наверху. Поставить опоры, но он выбрал самое честное место. Теперь я не знаю даже, как отсюда выкрутиться. С этого завода. Блин. Так. Как выкрутиться? Все через... Все через жопу получается у нас опять. Ага, это выход у нас, да? Пожди, это простой. Пожди, а если конвейер на конвейер поставить-то? Ага, это винты у нас, правильно здесь? Да, тут винты, а тут у нас эти самые. Да, вот это. Блин. Может быть, мне тоже это самое сделать? Это самое... Как его называется-то? Не мельчить? Может быть, мне? О, кстати, мы можем склад поставить наверх, еще один склад. Правда, неудобно, конечно, будет доставать. Значит, умный разветвитель. Умный разветвитель. Ага. А почему он идет сюда? Почему вот в эту сторону он идет? Потому что утилизатор. А, я понял, он все по одному конвейеру идет. Весь утили. Просто весь. Я понял, он все утилизируется в одну. В эту самую. Все в одно. Чего? What the f? Пожди, куда оно идет? Пожди. Оно идет. Тут еще один конвейер идет наверх.
Ядрен батон, как умно тут сделано. Непонятно, а спагеттины какие. Понятно. Подожди, это у нас что тут стоит? А, это мой хлам. Путай, не путай меня. Не путай. Не путай меня. Так, минутку. Так, надо... А у меня еще есть где-нибудь? А как я могу поставить свой... Я хочу куда-нибудь поставить свой хлам. Вот у меня инвентарь полный. Мне надо выложить весь хлам. Вот. Просто вот этот вот ящик мне очень сильно мешает в данный момент. Он сейчас идет в этот самый. Утилизируется в этот. Как его? Утилизируется в... Мусорку утилизируется. Ага. Тут, правда, заводы остановились. Да. Заводы остановились, но... так. Значит. Промышленное это... Конвейерное это... Нет, не надо ставить. Надо вот это вот сначала ставить. Он мешает вот это вот теперь нам. Вот это вот мешает очень сильно нам. Ага. Бабах! Родион и черная кнопка. А, у меня ничего нету здесь. Значит... так, конвейерная лента. Окей. Я могу достать? Да. Подожди, я могу достать? Нет, не могу достать. Я слишком близко поставил, да? Ага. Допустим, то давай поставим быстро. А, вот. Ага. Быстро поставим, конечно. А почему я не могу поставить? А, могу поставить. Угу, я могу поставить. Так, подожди, прямо у нас центральная. Ага. Это, а там находится этот самый, да? Сейчас придумаю я, кстати. Я сейчас придумаю. Я выкручусь, кстати. Как там было? Обосрусь, но не сдамся. Сейчас надо придумать, как это лучше сделать-то. Надо залезть повыше. Ага, ну тут мусорка впереди стоит. Тут это... Вот это вот мешает. Ну тут... Выход один только. Как-то вот сюда вот поставить, я не знаю. Его. Кстати... Мы можем... О, подожди. Мы могли бы... А нет, не можем. Ладно. Пускай стоит так. Подожди, а я могу сюда пустить? А, тут другое уже стоит, ладно. Подожди, значит, сюда вот. Что угодно. Вот. Что угодно сюда ложится. Сейчас мы наведем порядок. Окей, порядок. Так. Значит. Теперь завод работает у нас.
Так, ну, выкидываем все это. Так. Так, сортировать. Значит. Теперь надо... А, я забыл самое главное. Фу, самое главное я забыл-то. Блин. Самое главное это в мусорку отправлять. Избыток. Да, избыток в мусорку отправлять. Самое... О! Чего? Подожди, а он... Почему он прямо идет? Ага. Ага. Нет. Я не поставил. Молодец я, кстати, гений. Угу. Вот. Заполняется прутьями. Переизбыток будет все время в мусорку тебе отправляться. А весь переизбыток. Так, переизбыток весь в мусорку отправляется. Так. Пока что у нас переизбытка нету. Значит, теперь мне надо с винтами разобраться. А винты стояли здесь, кстати. А я могу присоединить его вот сюда вот. А, это у нас... А, это у нас выход. Блин. Ай-яй-яй, это плохо, кстати. Я хотел... Жалко, что нельзя вот к этому подключиться. Можно было в мусорку отправлять. Угу. Там винты стоят. Ладно, давай тогда винты мы переколбасим. Значит, винты будут с этой стороны идти. Давайте все винты. Короче. Ага, так. Значит, конвейерный соединитель, во-первых, надо ставить. Сейчас поставим конвейерный соединитель. Значит, конвейерный соединитель. Да ты, пожалуйста, ставься. Ровно. Так, конвейерный соединитель. Ой. Чего? Ладно. Не хватает железных прутьев. Ой, ребята, железных прутьев мне не хватает. Угу. Ребята, железных прутьев не хватает. Только что я их это самое, как его называется-то, сортировал. Железные прутья-то. Подожди, а я что, не так поставил? Да, я не так поставил, молодец я, кстати. Конвейерный соединитель. Скорее бы релиз бы, 1.0 бы вышел бы. А, чего? Ну и баг тут опять. И баг. Вспомнил это самый Cyberpunk, я вспомнил. Пожалуйста, почему я не могу поставить здесь? Пожалуйста, а с какого перепуга я не могу поставить? Подожди, конвейерный. А, надо еще конвейерный разветвитель ставить тут. Конвейерный разветвитель. Значит, сейчас. Ой. Ну да, разветвитель. Вот это надо ставить сюда. Вот. Так, конвейерный разветвитель. Ой, какой конвейерный... Подожди. Нет, не то надо ставить. Надо умный ставить. Надо умный разветвитель ставить, кстати. Угу. Вот это вот надо ставить сразу же сюда. Сейчас. Вот умный разветвитель. А, умный-то умный, блин. Я сюда не... Ага, тут вот это вот мешает. Пожалуйста, а куда я могу? Пожалуйста, а я могу поставить вот сюда вот? Типа выкидывать весь хлам вот сюда вот. Типа поставить в одну эту самую, чтобы он выкидывал. А не в тысячу.
использовал этот самый, как его называется-то? Соединитель. Ага. А тут будет мешать, правильно? Так, угу. Ага. Понятно. А тут будет вот это вот мешать. Довольно красиво тут поставлено у него, но я перестрою, как всегда. Потому что я... Так, значит... Это у нас выход, правильно? Да, это выход. Блин. Тут умный стоит. Ну да, тут умный и должен стоять. Соединитель опять стоит. Давайте мы сюда тогда соединитель поставим. Соединитель. И переизбыток будем мы вправо подавать. Переизбыток. Давайте тогда переизбыток вправо. Переизбыток вправо. Ага. А влево будем подавать. Вот, в эту сторону будем подавать. Чего? Не так. Ой, да я не, даже не туда поставил я, молодец, кстати. Паша, почему я сюда не могу поставить? Алло. Паша, что мешает ему? Неровная платформа, что ли, мешает ему? Да это мы поправим быстро. Неровную платформу мы сейчас выровняем. Так, подожди. А, ну да. Вот. Вправо винты подаются. Правильно? Правый выход, что угодно. Вот, сюда винты все идут. Вот, надо забрать все винты оттуда. Сейчас заберем отсюда все винты. Так. Хорошо, что я не за... Это самое, не заряжен. Да взрывайся же. Так, сюда подаем вот это. Так, сортировать, вот. Ага, вот. Сюда идет вот это, а переизбыток будет идти вот в ту сторону, вот. Боже, а как можно поставить красиво ровно? А, оно некрасиво стоит опять. Я хочу красиво и ровно, чтобы он стоял. Ну, допустим, вот так. Ага, красиво ровно. Молодец я, кстати. Боже, это ведь... Пожди. Чего? Соединитель. Чего? Почему? Ага. Чего? Ладно.
Мне надо ровно, чтобы красиво как-нибудь. Вот. Да. Подожди, а можно менять на букву R? Вот. А почему сюда? А, ладно. Ладно, пускай тогда по этому. Вот, поэтому будет выходить у нас переизбыток винтов и чего? И прутьев. По этой. Надеюсь, он не перегрузится. А тут третьего уровня, окей. Ага, ну допустим, мы с вами справились. А что тут стоит наверху у нас? Ничего не стоит тут? Подожди, склад. А что тут? Ничего не стоит тут наверху. Зачем он стоит? Тут у нас эти прутья стоят. Тут у нас стоят отдельно пластины. А завод, кстати, работает. Только тут колбаса полная. Просто колбаса полная. Подожди, что тут у нас? Тут мой склад. То есть то весь хлам мой. Подожди, весь свой хлам надо переложить куда-нибудь в другое место пока что. Пускай стоит здесь хлам мой. Допустим-то вот. Свой хлам переложим сюда. Подожди, а что мне нужно в данный момент? Вот это нужно будет. Вот это нужно. Что еще мне нужно? Винты. Это нужно. Ну, я не знаю, что еще мне нужно с собой. А, ну, кремнозем не надо мне. Ладно. Так. Ой, это я положу сюда. Так, топливо. Энергосли... эти самые. Так, вот это надо с собой взять. Что еще? Вот это с собой. Резина не надо мне. Подожди, я... Ага, это есть у нас, окей. Так, допустим-то. Тут у нас тоже красиво стоит. Ага, у нас тут производится это. Я понял. Полина. А как? Ха-ха-ха. Подожди, а как? Блин, а как теперь мне это выкрутиться здесь? Да ну нафиг! Да вы серьезно? Да как мне выкрутиться? Я вообще не понимаю. А, ладно, забираем тогда. Подожди, а почему он идет сюда вниз? Ладно, давай не будем тогда вниз отправлять вообще. Короче. Чтобы выкрутиться надо... А, блин, бетон надо еще с собой взять было. Точно. Я про бетон забыл. Бетона. Бетона надо очень много бетона. Ага. Ну допустим-то. Это полный пул. Щит. Подожди. Так. Потому что я не понимаю. А, тут провод будет мешать, да? Он, пожалуйста, почему? А, он к этому подключен. Даже. Подожди, не хватает сверхпроволоки теперь. Сверхпроволока, пожалуйста, у меня что, сверхпроволоки нету? Подожди.
А есть сверхпроволока, немножко есть сверхпроволоки. Ой-ой-ой, теперь весь завод остановился. Вот, все, заработал опять завод. Смотри, значит, я... Давайте тогда сделаем как-то по-умному. Значит, ставим вот эти вот контейнеры. Чего? А. Я думаю, что-то не хватает, значит. Сейчас надо придумать теперь, как это организовать все это. Контейнеры, которые будут идти. Значит. Подожди, сколько там осталось? Три? Правильно? Там нужно три этих самых контейнера, получается. Раз. Два. Три контейнера. Значит, три контейнера. Этот контейнер. Ух ты ж, как он... А он не хочет даже. А ему не нравится. Пожалуйста, а почему ему не нравится? Ему он говорит, что чем-то он... За что-то он цепается. Пожалуйста, но если я вот так вот наверх поставлю, он ни за что будет цепаться, не будет-то. Если я вот так вот поставлю... Ну да, он не будет ни за что цепаться. Сейчас надо придумать. Сейчас надо так, придумать. Конвейерный соедините, конвейерный разветвитель. Умный разветвитель. Умный разветвитель. Ага, не хватает опять деталей ему для умного разветвителя, да? Ага. Допустим-то. Для умного разветвителя не хватает деталей. У ротора не хватает. Умный разветвитель, значит, идет сюда, смотри. А, умный разветвитель. А, умный-то умный, правда? Вот сюда ставим вот это. Да. И вправо будет переизбыток выкидывать. Так, смотри, значит, прямо идет у нас что угодно, а в правой переизбыток. Вот, значит, берем вот это и соединяем. Ага, соединяем, почему? Ага, теперь ему не нравится. А вот так вот все в порядке. Ну ладно. Нравится, не нравится. Вот. Сюда вот это вот выкидываем. Прямо что угодно. Правый переизбыток. Ага, переизбыток, вот. То есть переизбыток будет сюда выходить у нас сейчас. Ага, да, все в порядке. Значит, так. Так.
Что у нас там дальше? По списку. Дальше у нас идет. А, вот это вот. Провода вот эти, да? Сейчас. Ага, я их убрал. А, они отсюда идут, значит. Ставим сюда контейнер ровно. Так, закидываем провода. Ну, кроме вот этого. Угу. Значит, ставим вот так вот. Ой! Блин, я неправильно, да, сделал? Тут вход будет. Ай, блин. Если бы они все по одному бы шли бы к этому. А, блин, я неправильно. Я... Блин. Переизбыток. Угу. Тут у нас переизбыток с этой стороны, да, выходит? Надо как-то было сделать, чтобы переизбыток по одному каналу бы выходил бы, и было бы лучше бы. Ага. Переизбыток будет в эту сторону выходить. Допустим, переизбыток сюда выходит. В эту сторону. Потом ставим сюда конвейерный. Да и нет. Не соедините, конвейерный разветвитель ставим. Умный опять разветвитель, который будет идти сюда, потом... не. Все фигня, обязательно, да. Так, все простой разветвитель поставлю сюда. Он будет тупо просто идти. Сейчас надо придумать. Простой разветвитель, который будет переизбыток сюда идти. Потом... Потом опять умный. Умный разветвитель. Не. Блин. Ладно. Получается какая-то колбасня у меня. Не получается умно. Ладно. Давай тогда сделаем, знаете как? Просто будем... Подавать эти самые, как его называется-то? На выход будем подавать вот отсюда весь свой хлам. Короче, будем весь хлам сюда вот ставить. И выкидывать его будем. Да, ну пока что здесь будем стоять. Вот тут вот хлам будет выходить у нас. Так, значит, Б-буковка. Потом сюда идет у нас. Туда надо умный поставить. Ага, умный-то умный, подожди. Мы можем, кстати, мы можем... Сюда мы можем подключить, кстати. Значит, прямо что угодно. Да, прямо туда у нас переизбыток. Справа переизбыток будет. И сюда поставить конвейерный соединитель. Поставить еще. А, у него... Подожди. А, мы можем его... Угу, мы можем его... Я понял. Да, вот переизбыток. Переизбыток. Ага. Сюда ставим сюда. Вот, теперь переизбыток вот этого и вот этого будет по одному каналу подаваться.
Пошли, сюда вот это вот надо все выложить. Вот. Надеюсь, он в переизбыток не пойдет сейчас. Не, сейчас он в переизбыток ничего не идет, окей. Замечательно, наконец-то. Фух, мы разобрались, ребята, Винни-Пух. Разобрались. С этим самым. Значит. И теперь остался еще один контейнер. Так, еще один контейнер остался. Придется потом еще хлам вот это вот разбирать. Вот это вот весь хлам, который не... Ага. Еще один контейнер, который будет нам... Сейчас я придумаю, как лучше поставить-то. Значит, тут у нас... Сейчас. Значит, что... А, не хватает. Чего? А я могу поставить простой этот? Сейчас. Стой, где-то. Простой. Так, центральный что угодно, а вот сюда вот вправо, то есть влево, извините, переизбыток. А, у меня не хватает этих? Подожди, у меня что, в инвентаре нету больше? А у меня что, в инвентаре нету больше этих самых? Серьезно? Боже, а это что стоит тогда здесь? Складской контейнер. Укрепленная железная пластина тут. Почему она укрепленная железная пластина? А, она потому что в мусорку ничего не идет, я понял. Угу. Я понял. Блин, теперь домой надо возвращаться. Короче, ладно, погнали домой. Давайте напрямую домой побежим. Если у нас получится. Да, напрямую получается. Кстати, я использую здесь этот самый. Вот это вот я использую. Ой, не это я использую. А, не то я хочу показать. Вот я перепутал. Сейчас я до дома добегу. Я просто в голове сейчас вспомню, что я делал, как его, в этом самом. Где это у меня? Вот я посмотрел вот на это вот детонатор и вспомнил, что я это самое использовал, как его называется-то, для производства этого самого использовал. Так. Значит, побежали домой. Сейчас я возьму меч в руки. Потому что тут всякие эти самые ходят. Плохие дяди. Вон там завод наш стоит. В воздухе летает, точнее. Потому что гравитацию тут это самое. Это не завезли. Так же самое, как и в Майнкрафте.
Так сказать, проблема с гравитацией. Во всех играх. Окей, так. А, подожди, завод-то завод, подожди. А куда бежать-то? Мне нужен какой-нибудь завод, который делает сталь. Сталь. Подожди. Сталь. Ну там сталь делается, правильно? Вот в той стороне. Или где? А нет. Вон там сталь делается у меня. Еще там вот он строил сталь. Я помню. Вон там вот он строил сталь. И много, кстати, он там строил. Еще железобетонные балки он строил. А я еще там достроил. Я сейчас покажу, что я там достроил. Минутку, я хочу кое-что посмотреть. По этому самому хочу посмотреть. Подожди, я хочу кое-что посмотреть. По этому, подожди. Видео. Размер. Properties. 12,9 гигабайтов. Окей, ладно. Допустим-то. А, ну да, это я тоже хотел. Погнали. Значит, так. Оп. Сейчас я покажу, что я там достроил. Хорошо, что я этот самый ранец с собой взял. Так. Смотри, что я сделал я. Сейчас я покажу, что я сделал. Так. Подожди. Нет, это не я делал, кстати. Вот это вот. Подожди, где я делал? А, вот я делал где. Сейчас я вам покажу, где я делал. Сейчас. Смотри, что я сделал. Вот я что сделал. Я поднял, то есть опустил эти самые баночки через эти самые, проложил по потолку эти самые, как их называется, это конвейерную ленту, которая крепится к этому самому к потолку, да? Ну и к полу, оно одновременно, пол и потолок, да, у нас, в общем-то, опустил вниз это самое. И потом я, смотрите, сейчас я вам покажу, что еще я сделал. Здесь порядок я навел, тоже. У него тут до конца не было доделано, кстати, я чуть-чуть буквально доделал. Поставил конвейер большой здесь для... для чего это? Это что это у нас такое? Угольные брикеты. И поставил еще большой этот самый черный порох. Кстати, у него тут был маленький контейнер стояли. Я поставил большие, и вот это провел, и у него там внизу, кстати, стояла штуковина, которой не хватало. Кстати, которой не хватало... Чего? Он что, завершил? Короче, и здесь не хватало ему вот именно вот этих вот черного пороха. Я вот именно черный порох сюда завез. Все, ребята, берегитесь, дурак. Так, у дурака появилась этот самый, как его называется-то. Все, ребята, берегитесь. Вопрос. Я знаю, что у вас вопросы. Зачем мне столько много обелисков? Я буду бабахать, кстати. Я буду... Все, что движется, буду бабахать. Я псих. На голову. Я шучу, ребята. В общем-то. Я сюда пришел за этим самым. Я сюда пришел за этим. Как его называется-то? Штуковина, не вот это. Не вот это, подожди. А где у него производится? Подожди, а что у него все? Подожди, у него тут только вот это вот производится здесь. Дядя, серьезно? У него только производится здесь круглые штуковины.
которые делаются, железнобетонные балки делаются. Блин, у него только железнобетонные балки делаются. Блин. У него только железнобетонные балки делаются. Пипец. Да просто полный пипец, ребята. Железнобетонные балки у него сюда поступают. По конвейерному ленте. Железнобетонные балки. Пожалуйста, а где у него тогда производится... А, у него тут даже есть этот самый. Подожди, давай посмотрим. Может быть, где-то у него тут в заначке есть... Слушай, может быть, где-то у него тут вот в заначке есть этот самый... конечно, есть в заначке, да-да-да. Ага. Нет у него тут ни хрен... ничего. Блин, а потом... А я знаю, почему нету. Потому что он не делал это. Потому что я там делал эту штуковину. Он просто не успел. Тупо не успел. Потому что я там занимался вот этим вот, как его называется, это железнобетонными штуковинами занимался. Потому что у меня там два... Сейчас я схожу. Короче, зачем ему вот это вот производить, то, что я произвожу? Вопрос. А? Логично-то. Зачем производить то, что я произвожу? А у меня тут... Ага, автосохранение было только что. А вот почему ему не надо производить. Потому что, смотрите. Умный человек тут производит в большом количестве стальные балки. Производит. Прямо два. Два контейнера стальных балок. И тут два стальных. А. И, кстати, стальные трубы тоже я произвожу. Вопрос. А зачем мне столько стальных труб и балок здесь? Неужто я что-то собрался тут строить такое массивное? Подожди, а что я массивно могу строить из балок? А, стартеры. Зачем мне стартеры? Подожди. А! Я понял. Зачем я... Я понял. Универсальный каркас я тут буду строить. Все, я понял. Тут универсальный каркас я буду строить. И автопроволоку я буду строить. Подожди, автопроволоку где я буду строить? Не, я даже не знаю, где буду автопроволоку строить. Ладно. Ладно. Погнали обратно. Пожалуйста, я свет выключу. Надо только понять, что именно сейчас нужно строить. А, еще надо... Еще вот это вот надо будет строить. Подожди, а вот это будет вообще, да? Подожди, посмотрим, как он строится. Из чего оно строится? Вот это вот. Штуковина. Это надо... А вот это. Ага. Ёб твою. Тут нужна железнобетонная балка, которая находится вон там. Блин. Короче, ладно. Надо... Короче, я буду, наверное, лучше конвейерами протягивать все это. Где он? Давай-давай, иди сюда. Давай-давай, иди сюда. Опа! Как вам такое? Летающий этот самый. Подожди, а я в правильную сторону иду? Подожди. Подожди, кварц. Тесс. Подожди, тесс это вообще в ту сторону тесс находится. Опа, синие грибочки. Галлюциногенные грибочки стоят синенькие. Ага. Подожди, давай сейчас это самое. Давай, давай, иди сюда. Подожди, пускай идет сюда. Давай, давай. Иди сюда. Давай, давай, идите сюда. Цыпа, цыпа, цыпа. Опа.
Полетали, молодцы. Чего? Ай-яй-яй-яй-яй, убили, а он встал и пошел. Нифига себе, вот это живучие они. Падлы живучие. Тяу, 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 пам, 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 рам. Опа, подруга Эдгара идет, кстати. Сейчас мы ее пнем, чтоб покатилась. Давай по заднице ей дадим. Вот, тебе привет. Хорошая задница, большая. Можно пнуть ее. Так, тут был паук, я помню, большой. Правда, его... того. Такс. Ага, вот наш этот самый завод стоит опять. То есть угольники стоят. Ядрит колотить, они тут коптят небо. Хорошо, что тут никакие монстры не приходят, это самое. И нам звездюлей не дают. Ой, смотри, как красиво они стоят тут. А здравствуй, милая. Я пришел домой. Ой. Да, меня, правда, никто не ждет дома. То есть на заводе. Дома у меня кошка ждет только. Так, минутку. Ну да, будем отсюда выводить, подожди. Ну тогда мы делаем, смотри, сюда мы берем. Сюда под... так. Ну да, допустим-то. Сюда идет вот это. Загружаем. Прямо тогда что угодно, а переизбыток в левую сторону. Сейчас. Переизбыток. Значит, сюда мы ставим весь переизбыток. Сюда мы ставим конвейерный соединитель. А хлам куда будем выкидывать? А! Вот сюда вот. Сюда мы можем хлам передавать. Подожди, а почему? Чего? Я что, два поставил? Вот это прикол. Нас весь хлам мы будем выкидывать сюда. И этот хлам... Подожди. Хлам-то хлам. Подожди, а что... ага. Это сюда, сюда. Сейчас я хочу понять, куда что идет теперь. Не говори, сюда нужно. Сюда нужны пластины. И винты нужны сюда подавать. Блин. Пластины и винты надо. Ага. Блин. Блин, блинский. А как мне тебе подавать пластины и винты? Да. Молодец я, кстати. Тут производится у нас что? Усиленная железная пластина.
Угу, усиленная железная пластина. Блин, надо перестраивать эту фигню тогда здесь. Опять. Придется опустить на один уровень ниже. Так. Подожди, это вы... А, это весь переизбыток, правильно, идет сюда? То есть весь переизбыток сюда идет. Железные прутья нужны здесь? Подожди, тут железные прутья не нужны. Винты нужны. Винты. Винты, винты. Подожди, здесь что у нас находится? Ага. Железные... Это самое находится, блин. А винты вот там вот, да, далеко находятся? Блин, винты вообще в другом месте находятся. Еее. А как я буду... А это здесь находится, да? Хо-хо-хо-хо! А как мне это все подавать-то? Прутья. Пластины. Боже, а как мне все это подавать теперь? Ага. Мне надо как-то с этой задницы выбираться. Ага. Вопрос как? Короче, надо все это сломать сначала. Потому что можно запутаться теперь. Значит. Давайте все сломаем это. Потому что. Вот. Вот, шикарно. Подожди, это что это? Зачем тут разветвитель стоит? Он нам вообще не нужен теперь. Так. Вопрос. Это мусорка, правильно? Вот это вот. Да, это мусорка. И это мусорка. Теперь надо придумать. Так. Он сюда подается, да? Да что у нас тут? Это плюс это, да? Угу. Подожди, а я могу поставить его? Ассамблер. Я могу ассамблер поставить тебе по-другому? Ассамблер, ассамблер. Ассамблер, ассамблер. Значит, ассамблер я могу поставить как-нибудь вот так вот умно. Разумно, ага. Так. Так, это мусорка. То есть, подожди. А, это не мусорка. Это идет в этот самый ассамблер. А ему что мешает? А что ему мешает-то? А, ассамблеру этому. Ему тебе мешает вот этот вот, да? Ассамблеру. Да он не мешает он. Алло. Ну вот тебе не мешает ничего, отстань. Так, вот так вот мешает ему, вот так вот не мешает. Ладно. Иди в баню. Так, значит. На цифра 6. Вот. Цифра 5. Вот.
Мы вернули обратно. Да, тут у нас этот самый... Укрепленные железные пластины будут идти. А, вопрос теперь, зачем мне столько вот много лент здесь? Они вообще непонятно, зачем мне... Это колбаса мне. Тебе надо эту колбасу разобрать. Так. Я сейчас не знаю, короче. Потом разберусь с этим. Давай сначала внизу разберемся. Потом с этой колбасой разберемся. Так, значит, мне нужно подавать пластины сюда. Отсюда могу выйти? О, я могу отсюда выйти. Выход поставить. Подожди, а почему тут стоит... Разветвитель. Пожди, а почему он... А, это умный разветвитель, да? А, это умный разветвитель. Ага. То есть я могу поставить его вот так вот теперь. Смотри, я могу вот так вот поставить. Пожди, он ведь... Так. Так. Значит, прямо что угодно. Центральный, что угодно. Правый выход, ничего. Вот теперь он будет прямо выдавать только, правильно? Да, он тебе прямо будет давать. Ага. Так, прямо. Ага. А подобрать. Выкинуть. Взять, рассортировать. Ага. Сюда нужны винты, правильно? Тут стоял у нас. Мы могли даже. У нас даже есть вот это. Подожди, у нас всё есть ведь. Подожди. Это самый провод. Нет. Не то. А, у нас даже есть вот это вот. Проволока у нас даже есть. Правда, проволоку... Подожди, мы ведь можем проволоку. Кстати, мы можем просто тупо проволоку сюда отправлять вниз. На производство. Место, знаешь, место чего? Место пластин. Место пластин, кстати. Подожди, а если я поставлю его в эту сторону, контейнер? Подожди, давай я этот контейнер скопирую и поставлю сюда. Так, сейчас. Подожди, тут, надеюсь, умный стоит. Да, тут умный стоит. Разветвитель. Подожди, мне надо скопировать еще один умный разветвитель. Да ладно, он цепается. Он, собака, цепается за этот самый. Ладно. Ой, я не так хотел делать.
А как я тогда буду в мусорку выкидывать? Подожди, а как я буду в мусорку выкидывать этот хлам? Как я буду хлам в мусорку выкидывать? Вправо что угодно, переизбыток центральный. Окей, допустим-то все. Вот, шикарно. Ага. Почему? А, я понял почему. Тут у нас вот это находится, окей. Ага. А что тут у нас? А, тут у нас переизбыток, я понял. Переизбыток этого самого хлама. Ну, хлам. Тоже должен идти. Так. Так. Тут делаем... Да. Вот это. Электричество типа подать надо. Так, электричество. Ага. А! Вот, шикарно. Так, закидываем. Так, усиленная железная пластина. И винты изготавливаются. Да, теперь у нас это самое, как его. Винты все идут. Теперь завод будет работать, пока там вот не наполнится усиленной железной пластиной, не наполнится. Да, пока вот это вот не наполнится. Подожди, сейчас надо придумать. Ага, это соединяется сюда. Блин, сейчас я вообще ни хрена не понимаю немножко. Это идет усиленные железные пластины сюда идут. Ага, излишек весь сюда в мусорку идет, уходит. Ага, излишек. Ага. Так, значит, сейчас мы ровно поставим. Угу. Вот. Так, вот. Излишек будет выкидываться у нас... вот этого вот. Излишек будет сюда выкидываться теперь. Угу. Теперь надо придумать вот этот вот излишек, как выкидывать. Угу, тут это, тебе вот это мешает. Цифра 6. Хорошо, что эта фигня вмещается здесь. Ой, буковка R. Почему? А я не понял. А, потому что... Все, я понял. Все, я понял. Я не в ту сторону просто.
Вот. Даже так еще легче. А, нам просто надо вот так вот. Нам нужно подать эту фигню. Подожди, я ведь я могу сюда вот поставить, ведь а он не будет мешаться, ведь. Ведь он не сыпает текстурку, ведь. Правильно, тут ведь везде. Ну да, ведь он не сыпает текстурку. Вот. Переизбыток будет сюда выходить. Подожди, а тут что у нас? Пластины. Ага. А тут что у нас? Тут у нас вот это. Ага, переизбыток никуда не уходит. Сейчас. Значит, переизбыток весь. Переизбыток нужно выкидывать. Значит, что это у нас? Наверное, соединитель. Ладно, да, пригодится. Он будет подавать нам... Блин. Ага. Подавать, подожди. И ведь я не могу цепануть его на эту. Могу цепануть. Вот. Сейчас придумаем. Вот. Даже не пришлось это самое. Ну вот как и было почти что. Ну да, почти что все как и было. Давайте сохранимся. Ой, зачем мне print screen? Так. Все пластины идут сюда и делается вот это вот делается. Ну тут всего хватает-то. Ну да, тут всего хватает. Бля, а что у нас за проблема с винтами, что ли, опять? Алло, давай возьмем винты все. Закинем винты. Сейчас. Сортировать. Винты. Сортировать. Вот, все. И у нас нет проблем. Да, ну винты теперь у нас проблема с винтами будет. Потому что винтов надо очень много. Оно еще потом делается не... Подожди, а он из чего делается винты? А-а-а! Он делается по... Альтернативному он делается сразу же. А-а-а, он по альтернативному делается рецепту, ребята. Альтернативный рецепт один делается сразу же. А. Ну, с этим мы разобрались. Тут хотя бы немножко стало стабильно, как сказать. Подожди, а где мой... Подожди, ага. Мне после... Не нравится это. Нет. Этот компот не нравится. Подожди. Ага. Я могу подать его через верх ведь. А почему ему... Почему ему не нравится?
Почему ему не нравится, что я конвейер над конвейером подаю? Пожалуйста, что тут идет? Тут этот самый хлам должен быть выходить, правильно? Тут должен выходить этот. Что тут? Вот это вот и. А где мой тогда? Мой хлам уже в кармане у меня. Я понял. Тогда давай я выложу сюда, что я выложу. Что мне надо выложить? Пожалуйста, сортировать. Вот это выложу. Слишком много у меня в кармане всякого барахла просто. Вот. Так, здесь мы все это рассортировали. Весь хлам поднимается, поднимается весь хлам сюда и идет по вот по этой трубе идет в мусорку идет, правильно? А там идет что у нас? Там у нас умный этот самый, да? Тут умная стоит штуковина или не умная стоит? Тут не умная стоит, тут простая стоит. Потому что умная там вот стоит. Я понял. Он два конвейера просто тупо соединяет, я понял. Минутку надо, может быть, поровнее поставить, кстати. А вопрос тогда, зачем вот это вот здесь, вот это вот? Она вообще тут не надо. И вопрос, а зачем его поверху подавать? Может, по низу? Можно по низу подавать. Зачем вот это вот лишнее городить тогда? Вот. Это все идет в мусорку. Во! Немножко разобрали весь хлам. Ай! Больно. Тут что у нас производится? Тут у нас угиль. Я могу закинуть сюда. Разогнать. Да, могу разогнать. Немножко разогнали. А то у нас энергии-то не хватает. Я, кстати, собирал этих самых лизнячков. Вот, теперь у нас... почему такая просадка тут только что была? А почему? Подожди. У нас опять топлива не хватает. Кому-то. Подожди, давай посмотрим вот в той стороне, кстати. Вот. Опять эти самых три барахлят. Да. У них топлива, да, не хватает. Недостаточно питания у них только здесь. Я понял. У них тут питания не хватает. Ой, ну что-то глаз попало, я понял.
Наверное, потому что я поставил вот сюда вот два вот этих вот. Куда я поставил? Не, нифига. Нифига подобного. Тут так же самое не хватает топлива ему. Да, ему так же самое не хватает топлива. Да, тут топлива не хватает. Подожди, тут третьего уровня, да, стоят? Да, тут третьего уровня стоят. Да, тут третьего уровня. И этого даже мало. Третьего уровня. Да, третий уровень. Здесь конвейерный этот самый, как его называется, это уголь просто летит. Он тут на два делится. А, я понял, тут он на два делится. Этот самый. Ай, блин. Какая же фигня. Слушай, ой. Ага. На два еще здесь конвейерные ленты стоят. Тоже третьего уровня. Везде третьего уровня, но этого мало мне. Скорости мало. Я бы... Подожди. Кстати, зеленый. Это, наверное, на время, кстати. А? Чего? А, нет, хватает. Слушай, хватает ему. Я понял. Короче, проблема с лентами у нас. Короче, чтобы с лентами проблему решить, надо улучшить ленты. Ладно. Погнали домой, пожалуйста. Сколько я записываю уже? Час 42. Ладно, погнали тогда за этим самым. Так, давайте я передвину камеру, может быть. Я просто не увидел, что я... так, веб-групп. Подожди. Смотрите, как я умею двигаться. Вот сюда вот, давайте подвинемся. Вот так вот, давайте сделаем. Потому что... Я даже... сейчас. Пол экрана я буду заграждать. Давайте сюда вот подвинемся. Потому что я не знаю, куда мне подвинуться-то. Значит, погнали в этот самый, как его? Сейчас, сейчас, минуточку, я посмотрю, кстати. Усиленная железная пластина. Ай, блин, еще вот эту вот фигню надо производить. Сколько тут? 1000, да, вот этих вот надо еще. Блин, у нас вот этого вот нету. Ай, блин, опять с медью возиться придется нам. Блин, у нас меди нету. То есть медь есть, но... блин, а блинский. Слушай, я даже не знаю, где нам производить эту медь. У нас проблема-то. Опять! Какашку оставила. Иди отсюда. Подруга Эдгара.
Сейчас я почешу свою тыковку. Вот. И подожди, тут какого? Второго стоит уровня. Ага, там уже второго стоит уровня. А что тут производится? Железо, да? А, там железо. Так, железо. Мне нужно это медные вот эти вот штуковины. Поэтому еще в большом количестве. Так, тут у нас этот самый. Я даже не знаю, куда лучше поставить. Пошли, что у нас тут производится? Тут у нас производится... Подожди. Большой контейнер. Большой контейнер. Проволока. Зачем? Это что, везде проволока производится? Ты что, дурак? Я что, дурак? Зачем столько проволоки мне? Подожди, а как можно выход поставить? Сейчас. Давай тогда сломаем эту фигню. Короче. Конвейерный соединитель, который будет идти от... Ага. Сейчас. Ну да. Пускай будет так. Подожди, взять все. Переложить. Взять все. Переложить. О, нет! Остановись. Так, ладно. Это в мусорку. Так. Ага. Так. Так. Сортировать. Вот. Ага. Вот. Шикарно. Ага. А здесь мы будем производить тогда, давайте, вот это будем производить. Пожалуйста, зачем я железо... Ой, не железо выложил, а вот это. Медь. Пожалуйста, а тут... Пожалуйста, что тут производится? Серьезно, в таком количестве? Неплохо. Вот это я, ребята, запасливый человек. Я бы сказал бы, не цензурно, но ладно, не буду. Нет, мы не это производим здесь. Мы производим здесь вот это. Так. Подожди, а я могу выкинуть? Я хочу выкинуть этот самый. Не выкинуть, а этот самый засунуть. Как его называется там? Железную. Ага. Конвейерный соединитель. Вот. Во, наконец-то. Теперь у нас будет производиться это теперь здесь. Просто возьмем и унесем. Вот.
Ага. Вот, шикарно. Подожди, если тут столько много вот этих вот, я могу скрафтить вручную ведь? Подожди, я могу вручную скрафтить? Вот это вот. Еще потом требует одна штучка, да? Я могу взять, допустим, два стака, три стака. Допустим, три стака взять и просто тупо крафтить. Ага. Я могу, конечно, но это... Так, подожди. Тут у нас что стоит? Конвейерный разветвитель стоит, да? Окей. Конвейерный лист. Ой, конвейерный лист, что я говорю. Ага. Лист. Производим здесь. Ой. Так, тут у нас конвейерный. Ой. Лист. Так. Конвейерный лист, что я говорю? Медный лист, да? Медный лист производится, окей. Так, медные листы производятся у нас тут. Допустим. Так, у нас получается сколько тут? Раз, два, три, елочка горит, значит, три медных листа производится, три на медные листы стоят, и два на проволоку стоят. Ага. Уже начинает это самое, как его, не подвисать, а уже, как его, начинает, как его, нехватка. Наверное, соединитель. Вот. Тут только три штуки стоят. Три плавилки обслуживают у нас... три... Ой, ковка Б. Три плавилки обслуживают... Довольно много, кстати, обслуживают. Так. 18. Мало. Он слишком мало он делает-то. Так. Ага. А, я максимально поставил, да, сюда. Ладно. Медные листы делают соки.
Вот. Окей, теперь 4. Ага, теперь 4 делают медные листы у нас. Да, медные листы делает он. Конечно, он столько... С такой скоростью, ребята, медные листы он делает. Так. Ваш вопрос, почему он стоит? Вот это вот фигня. Вопрос, почему эта фигня стоит? С какого перепуга он стоит? Слышь, дятел, чё ты стоишь? А, я понял. У него он полный дятел. Я понял, у него слишком много этого самого. Как его называется-то? Ага. Ну, допустим-то. Так, но я ведь могу сейчас производить умные каркасы. Правильно ведь? Подожди, умные каркасы. Угу. Умные каркасы делаются где-то здесь. Сейчас, я посмотрю, как они делаются. Каркасы. В ассамблере делаются, правильно? Каркасы умные. Ой, тьфу, универсальные каркасы, извините. Да, тут нужно это, плюс вот это вот, штуковины. Да, это я легко могу крафтить, кстати. Каркасы вот эти вот. Ага. Подожди, ведь я могу. Подожди, я ведь... А медные листы ведь, подожди, ведь медные листы там производились тоже ведь, правильно? Ну, это видно, что я сразу строил. Потому что все на весу. Все в воздухе построено. Все непонятно. Подожди. Это что у нас? Это у нас... Как его называется-то? Винты опять. Винты, которые делают роторы. Ага. И медные листы. Подожди. Медные листы. Откуда ты идешь, медные листы? Стоп. Медные листы. Откуда они идут? У нас... У меня нехватка медных листов. А они откуда-то идут сюда. Куда они? Откуда идут? Скажи, Вася, откуда ты идешь, медные листы? Медные листы сюда. Подожди, откуда они? У меня нехватка медных листов. А, серьезно? Он полкилометра опять куда-то идти надо. Подожди, у меня ведь медные листы. Вопрос, тогда зачем я там медные листы делаю? Еще одни. Блин. Дурак я. Вопрос, зачем тогда я медные листы еще одни делаю там, если они... медные листы здесь делаются еще одни. И притом в большом количестве медные листы. В таком большом количестве, что я... Слушай, я даже мог туда не везти. Вот эти вот медные листы теперь. Оно в таком количестве делается медные листы, что я... да, ну в большом количестве. Мне нужно 1000 медных листов. А-а-а! Подожди, он... Серьезно, он делается, медные листы здесь делаются. Блин, я знал, что они здесь делаются. Я просто, блин, начал там делать, потому что знал, что здесь мало, очень мало. А я тут, оказывается, разогнал. Мне нужно 1000, да? Значит, 1000 раз. 400... Окей. Ладно, погнали. Резина, пластик. Ага. Нужна резина, пластик, еще плюс 50 этих самых еще нужно.
Офигеть. Подожди, я могу ведь выключить некоторое производство ведь. Правда, это меня не спасет от этого самого, как его называется-то. Хотел сказать, от банкротства от этого самого не спасет меня. А, вот. 1000. Есть. Теперь остался только резина. Ага, резина осталась еще. Кстати, надо все выложить, весь свой хлам. Потому что я уже забодался бегать с полными этим самым, как его называется-то, с полными руками. Давай выложим вот это. Что еще можно выложить? Вот это выложим. Ага. Сейчас. Так. А зачем мне столько много модульных каркасов в кармане? Кремнозем. Блин, у меня сверхпроволоки нету. Блин, тут сверхпроволоки у меня нету. Тупо. Она вот там вот идет сверху. А вот на базе нету сверхпроволоки. Да ёб твою, я не могу запрыгнуть. Сейчас. Ага, конечно. Да-да. Сейчас. А, оно... Я понял, оно строится даже так. Сейчас. Я могу ставить. А вот на эту я могу ставить, вот на эту площадку. Вот на эту площадку могу ставить. Направо лестница. Направо. Что? Налево лестница. Или мне только правое именно использовать надо? Ладно, не понимаю. Как оно работает? Давайте просто тупо рампу построим. Или вот тупо мостик построим. Здесь. Я представляю, как будет безопасно подниматься по этому мостику-то. Насколько безопасно. Ага, молодец я, кстати. Так, тут надо поставить какой-нибудь этот. Пу-пу-пум. Вот это можешь поставить сюда. Ну да. Ядрит колотить, ребята, безопасно как.
Совершенно безопасно. Ай, блин. Он неровно... Воу! Стоит. Неровно стоит он. Чуть-чуть не упал. Ага, лестница вообще криво стоит тут. Ладно, я могу поставить... с обоих сторон, да. А, и просто тупо лестницу поставить. Ага. А, понятно. Так, минутку. Ой. Вот. Какая платформа красивая. И поднимаемся наверх. О! Наконец-то! Ломаем штуковину. Производство. Производство. Что это у нас тут? Стоп, а куда он идет? Алло. А, он сюда идет. Тут еще дополнительный склад. Потому что... А, я забодался бегать. Как его называется-то? А, на склад. Вот туда вот на склад. Или вот туда вот на склад. А ну-ка, давай побежали это в эту сторону. Сейчас посмотрим, что там. Посмотрим. Как красиво и приятно, слушайте, вот так вот. А, бегать. Когда вот это вот движется, прямо вот это вот. Все движется, все это самое. Пожалуйста, а тут. Не говори, что тут у нас склад. Серьезно, тут склад был. Мега гигантский склад сверхпроволоки. Мы просто тупо вторую сверхпроволоку поставили склад, ну поближе. Не, ну если вдруг мне потребуется сверхпроволока в большом количестве, вот именно здесь вот. Вау. Аккуратно, кстати. А, тут можно и навернуться. А, так, выключим свет. А, пум-пум-пум. Подожди, а что нам нужно было тогда?
Нужна резина и вот это вот. А, резина, подожди. А вот эта вот фигня делается из чего? Она делается с этого, да? А для этого каркасы нужны. Ага. Для этого каркасы нужны. Тяжелые модульные каркасы требуются. И много винтов, да? Да, очень много винтов требуется. Поэтому в большом количестве. Ага, винты требуются. Кстати, я могу поставить одну штуку теперь? А, надо 10 штук. Блин. А, не то. Блин, где винты? Я винтов много создавал. А, вот они. У меня вечно было это, как его называется, это проблема вот с винтами. Сейчас мы это все, винты эти, перекрафтим, подожди, в это. А, еще нужно вот это и вот это еще нужно. Ага. Сейчас тогда мне нужно что? Подожди, минутку. Тогда что мне сейчас в данный момент нужно больше всего? Так, 15 штук. А, мне нужно один вот этот. Штуковина, которая будет собирать вот эти вот утяжеленные каркасы. А, тут требуется еще вот это. Винты плюс вот это вот. Ага. А, ну, допустим-то. Окей. А, изготовитель. Он в изготовителе виделся. Не хватает пластика теперь. Ага, пластика не хватает теперь. Блин. Пластик. Блин, надо было этот самый, как его, просто тупо протянуть этот самый. Пластика ему не хватает. Ой, ёб твою. Сейчас. Подожди минутку. Пластика, пластика, пожалуйста. Давай все заберем отсюда. Подожди, это какой у нас? Это у нас такой трактор, да? Подожди, а я могу изготовить этот большой трактор? Трактор я могу изготовить большой. Ага. Я понял. А маленький? А, могу маленький изготовить. Ладно, давайте там на маленьком покатаемся пока что, ладно? Сейчас надо освободить карманы, кстати. Давайте мы выкинем все, что нам вообще не нужно. В большом количестве, что у нас в карманах. То есть по этому сам. А ну-ка, где-то сортировать. Вот это выкинем, вот это выкинем. Это, так это выкинем. Так это выкинем. Так это мусорку. В мусорку. В мусорку. Так, сортировать. Что еще тут можно? А, это тоже в мусорку. Бетона много. Так, сортировать. Бетон. А, кстати, надо... сейчас. Выложим вот это. А это что у нас? Печатная плата. Так, сюда же. Угу. Так, вот это сюда положим пока что. Так,
Тоже в мусорку. Вот. Так, немножко освободили место. А, погнали. Так. А точнее, поехали. Ой, хорошо. Мы это самое едем на... Ёпарасоте. Кстати, можно было запрограммировать этот трактор, чтобы он привозил нам сюда этот самый, как его называется-то, пластик и резину. То есть два трактора можно было поставить, чтобы он нам пластик и резину сюда привозил как-нибудь. Потому что пешком ходить за пластиком и резиной, это, конечно... Так, мы можем проехать через лес, допустим. Ага, подожди, через лес. Я заблудился, кстати. В этом лесу. Ага. Мы можем... А, мы можем, могли через... через поляну просто. А, мы просто могли тупо вниз спуститься. А, вот тут вот, да-да-да, вот тут вот мы могли просто тупо вниз спуститься. Да ёпарас, это что с тобой? Вот это я флекщу. Такой маленький, большой, такой большой трактор не может это самое, этот куст нести. Так, ладно, допустим, поехали сюда. Да ну! Да вы издеваетесь. Кто эти дурацкие кусты сюда посадил? Да специально они посадили, чтобы это самое труднее было кататься. А это самое, чтобы потом надо было это самое, вот именно, надо было вырубить их, чтобы это самое... Ох ты ж! А как мне выехать? То есть вниз спуститься. Ага. Вот спуск, да? Ага. Пожди. Подожди, а где спуск нормальный? Вниз. Не экстремальный спуск, а нормальный спуск. Или лучше направо? Ага, здесь направо можно было спуститься еще. Ага. Так. Так, пики точеные тут стоят у нас. Ага. Тут у нас спуск сюда, вниз. Пожалуйста, а как можно... Ух ты ж. Так, здравствуйте. Проехать как можно. Ага.
Так. Минутку. А внизу что там? Так. Ага. Ой, ёб твою. Подожди, я-то спустился вниз. А вопрос, как мне добраться до моего этого самого? До нефти добраться-то? А, тут у нас железо, да? Ага. Подожди, я вижу, вот там вот завод стоит, да? Да, там завод стоит. Ага. Мы можем по берегу здесь проехать. А, подожди, я ведь где-то строил здесь, вот. Этот самый, дорогу строил нормальную, кстати. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Тут, дурачок на тракторе. Здравствуйте, извините. Что, он ведь меня не видит. Ух ты ж. Я его... Ага. Ядрён батон. Красава. Это надо его с разгону. Да, его надо с разгону мочить. Вот. Нечего тут ходить. Так. Это, кстати, блондинка за рулем. А, дорогу. Так. Опа. Опа-на. Подожди, да мы-то спустились сюда вниз, а где проход-то нормальный? Точнее, проезд. Ага. Уёпт. Подожди. Ага. Ага. Ладно, я понял. Серьезно? А, окей. А вообще тут возможно проехать-то? Ой. По этому мосту-то. Не, ну можно. Приехали. А, так мне нужно пластик, а, и резина. Ой, ё-моё. Погнали наверх. Давайте посмотрим, что там творится здесь у нас. Пошли, тут у нас, ух ты, сколько много. Давай сделаем вот так вот, кстати. А тут пластик, да? Ага. Пластик. Так, мой мост. Ой, мой мост. Мой этот самый. Да, мой трактор и мост. Так, а ну-ка. А, приложить пластик, вот это приложить.
Давай еще немножко возьмем чего-нибудь. Просто надо было этот самый, как его, провести до базы этот самый. Тупо этот самый, не трубу, да, может было трубу протянуть. Или просто этот самый, как его называется-то? Подобрать, вот. У нас на базе нехватка этих самых пластика и этого. Нет! Титаник пошел ко дну! Как там было? Та-та-там! Та-та-там-там! Разбираем. Та-та-та-та-та-дам. Та-та-дам. Та-та-там-там. Трам. Тран-тан-тан-тан. Тран-тан. Трам. Тра. Тра-та-та-да-дам. Тра-та-дам-та-да-та-дам. Та-та-дам. Та-да-там. Забираем. Спасаем наши ресурсы. Взять. Вот. Так. Поехали. Тормози. Ух ты, тут пандус я даже поставил, молодец. Так, значит, выезжаем сюда. Подожди, выезжаем сюда. Ага. А как тебе подняться? А, вот подняться где можно. Ага. Подожди, надо какой-то этот самый поставить. Табличку. Специально для меня, что ехать надо сюда, а не куда-либо. Я могу ставить на это, да, я могу на это ставить. Сейчас мы поставим. Вот. Так, пять. Вот. Ага. Ага. Ладно. Ага, да пусть это сюда ехать надо. Но я тебе точно не пропущу этот самый. Вот сюда надо ехать. Ух ты ж, красиво как я. А я могу? Да, я могу проехать. Тут... Блин, а. Какие неровности тут.
Так, сейчас поднимаемся наверх и направо. Ой, тьфу, не направо, извините, налево. А, пойдем. Так, аккуратно, кусты! Так, бесполезно, 7 руда валяется. Аккуратно, дурак, за рулем. Я говорю, что аккуратней. А вы тут ходите, бродите. Да что такое? Аккуратнее, говорю. Мне право не... Это самое, я право купил. Ой, да. Ну все правильно, я право купил, а не сдал. У меня тут этот самый... Ой, кстати, здесь надо быть аккуратным. Тут можно в этот самый пропасть провалиться. Надо быть очень аккуратным, кстати. Блин. Да, тут надо мега быть аккуратным. Тут. Угу. Пожалуйста, тут есть какие-нибудь заборы высокие? Но есть такие каркасы. Но их хрен поставишь сюда. Есть стены, их тоже не поставишь. Да, их тоже сюда не поставишь. Блин. Угу. Угу. Зато балки поставишь. Ладно. Надо тут очень аккуратно кататься. Можно упасть. А. Вот. Поехали. Конечно. Поехали. Ага, я понял. Так, артефакт, он бесполезный, конечно. А, у меня полный инвентарь. Тьфу ты. Harvested. Нет. Обойдетесь, Harvested. У меня полный инвентарь. Паков. Так, кусты. Ага. Поехали. Поставили всяких этих кустов тут. Не дают мне тут это самое спокойно кататься. Так, поехали. Да ну! Как? Ёб твою. Как? Минус кусты. Я понял, тут придется это чисткой заниматься. Дороги. Ой! Ой-ой-ой-ой! Аккуратно! Я говорю, что аккуратней надо.
Поехали. Ага. Сюда вот наверх можно проехать. И потом направо. Я понял. Тебя тоже надо ликвидировать. Ликвидация. Ага. А что с трактором все в порядке? Так, тут можно... Так. Поехали. Так, значит, направо. Значит, да, направо. Потом еще, ой, налево и еще раз налево. Ага, по этому самому, по этой дороге. Ну потом можно тупо просто прямо ехать, да? Ну да, тут можно просто тупо прямо по этому самому ехать. Это какой-то этот самый построить. Как его называется-то? Блин, кусты стоят еще тут эти. Вы зачем сюда стоите? Угу, надо будет другой спуск найти. То есть подъем. Ага. Так. И примерно мы можем где-нибудь разгрузить свой этот самый. Я даже не знаю, где мы можем разгрузить этот самый. Так, ну вот кто это за блондинка тут припарковалась? Вот кто это за блондинка припарковалась? А ну отъехала отсюда блондинка. Вообще, припарковалась она свою колымагу эту. Вот стой здесь. Пускай колымага стоит. Вообще, припарковала свою колымагу. Мужики ездят вот на тракторах. Вот на таких вот тракторах ездят мужики. И настоящие мужики ездят на... На чем тут было? Вот, на грузовиках ездят мужики. Вот. А не на этих колымагах вот этих вот. Что там нужно? 400 мне нужно еще. Пога. 400-то 400, пога. А куда мне выгрузить-то это? Хлам весь этот. Окей. Что тут у нас? Ага. Вот это. Я понял. Ага. Прикол, понял. Так. Так, забираем. Разгружаем. 400, да, нужно? Подожди, зачем я с собой беру? А вот сюда надо выгрузить так. Пусто, да? Пусто, окей. Замечательно. Окей, погнали. Совершите фазу 3. Так, значит. Фаза 3 у меня что-то вообще не идет никак. Она вообще у меня остановилась, фаза 3. Тут надо столько много всего скрафтить, что я это самое вообще. Окей, выгружаем, подожди.
как строить эта штуковина для этого самого транспорта? Вот это вот. Ага. Тут нужно это. Ага. Я понял. То есть надо там две штуки построить, и здесь две штуки. То есть четыре штуки надо построить, чтобы резину и пластик сюда довозить. Ага. Зачем у меня транспорт этот? А, окей. Пожалуйста, а кроме этого самого, что мне нужно? А, кроме этого самого. Что там? Так, ассамблер. Ассамблер. Каркас. Ага, каркас. И сверхпроволока. А, тьфу, автопроволока, извините. Ограничитель ИИ у нас есть. Печатная плата. Блин! Тут нужно пластик, дофига пластика. Печатный, да я печатной платы. Ёб твою. А, я понял. А печатная плата нам нужна будет. В большом количестве. Короче, ладно. Перезарядились. Значит, идемте. А, да, спасибо. Доброму человеку, который поставил... Подожди, а зачем я наверх лезу? Чтобы потом вниз спускаться? А, нелогично. Давай вниз. А, внизу посмотрим, что тут у нас есть. Окей. Сейчас. Так, посмотрим, что у нас есть тут. А, кстати, мы можем тут почистить вот от камней, кстати. Ой, ёпт. А, что там надо было? Универсальный каркас. Это плюс вот это вот. Ага. Сейчас посмотрим, минутку. Вот это есть у нас. Так, вот это есть. Подожди, а где штуковина, которая... Ой. Сейчас. У меня вопрос, я смогу подняться? Да, я смогу подняться. Ага. Ага. Кстати, вот этого вот путь надо очень много будет. Пожалуйста, эти квадратики здесь, да, делаются? Ага. Я нашел тебя. Ага. Вопрос. А теперь мне его спускать лучше или вниз? А... Не, наверное, лучше вниз спустить просто тупо. Этот самый, как его называется-то? А... У меня их столько много, что я не знаю, что с ними делать теперь. Ага. А я сюда могу поставить еще один этот? Не хватает круглой штуковины. Не хватает этих. Круглых штуковин, ребята, не хватает. Да, ребята, не хватает у меня этих круглых штуковин. Потому что они у меня здесь стоят. Во! Завод начал работать. Оживился, так сказать. Заводик. А я могу сюда поставить ведь? А... сейчас. Взять все. Приложить. Ломаем. Соединяем. Ложим. Да! Остановись! Вот. Ага. Значит, каркас эти. Значит, каркас. Значит, я тогда вниз подаю их.
эти каркасы. Каркасы вниз подаем. И тогда вот тут вот строим это самый. Штуковину тогда производим. Ассамблеры. Тогда надо сюда ассамблеры ставить. Как-то. Подожди, а мне вопрос. А потом они умные каркасы ведь нужны будут для чего-то другого? Подожди. Просто сейчас не могу понять я. Понимаешь, тут я вниз их спускаю, эти детали. Если я детали вот эти вот, а вниз спускаю. Ага. Ага, тут они наверху тусуются, да? Ага. Подожди, я могу их отсюда вывести? Да, могу вывести. Просто, знаешь, прикол, зачем мне туда-сюда их гонять? Если я могу здесь вот где-нибудь наверху построить. О, подожди, у нас ведь есть этот самый. Подожди. Мы, кстати, мы можем... Подожди, а я могу отсюда вывести? Да, я даже отсюда могу вывести. И... Подожди, отсюда я могу вывести? Ой. С этой стороны я не могу вывести, я понял. Я с двух сторон могу вывести. Угу. Тут у нас шурупы делаются. Подожди, отсюда я могу вывести? О, да, детка. Замечательно. Все. Мне не надо голову морочить себе. Я могу тебе спокойно этот самый, как его называется-то. Все. Подожди, а я могу построить этот... подожди, я ведь где-то покупал. Какой-то... не серии покупал, а где-то я покупал... пол красивый. Ага, для пола бетон требуется. О, да! Смотри, какой пол гламурный будет у меня тут. Какой пол гламурный я сейчас зафигачу, ребята. Какой я пол гламурный. Ой. Так. Мне нужно поставить ассамблеры. Боже, ассамблеры-то ассамблеры. А сколько мне ассамблеров-то надо поставить, чтобы оно производилось нормально, кстати? Давай, ладно, давай для начала хотя бы 4 поставим ассамблера. 4. Четыре ассамблера, которые будут производить нам... Ага. Производить, подожди. Сейчас. Надо придумать... как оно будет производиться-то? И что производить? Так, надо поставить сначала производиться вот это. Значит, потом мы нажимаем кнопку скопировать настройки. Потом Ctrl, просто Ctrl-V нажимаем. Просто Ctrl-V. Ой. И Ctrl-V. И все. Значит... пум-пум-пум, значит, конвейерный разветвитель надо ставить сначала. Конвейерный разветвитель, минутку. Давай 5 поставим. Посмотри, 1, 2, 3. Да, здесь поставим. Сейчас. Вот это. Блин, нет, не это. Так, где это было? Вот это вот логистика. Ну, логика, наверное, разветвитель. Вот. Так. Нет. Да. Вот так поставим, смотрите. Ага. Блин.
Да. Тут два порта, кстати, есть. Мы можем через два порта подавать, кстати. Могли через два порта, знаешь, вот так вот, типа, вверху подать, и потом здесь вот тоже снизу подать порт. Ну, типа, через эти вот порты. А, ну ладно, давайте тогда мы просто тупо через нижний подадим сначала. Вот. Значит. Сюда вот это ставим. Вообще, это какой ставится? Это вот это вот дальний получается, да? Подожди, дальний-то дальний, подожди. А вот здесь цифру 6. Вот так вот. Ага. Он, надеюсь, нормально будет этот самый, как его, чтобы я мог... Чего? А! Вот. Значит, так. Так. Вот. А? Штуковина пошла. Подожди, вот с этой стороны тогда вот это вот ставим. Вот. Так. Вот. Так, здесь мы подаем этот самый, как его называется-то. Это. Сюда поставим, смотрите. Ну, где-нибудь по центру сюда вот тогда давайте поставим. Вот так вот красиво. Чтобы вот. Зацепим вот сюда вот. Зацепим сюда. Ага. Дальше. Тут нужно... Ну, примерно ровно поставим, давайте. Вот. Так. И зацепим к основному проводу. Пожалуйста, почему красная? Я не понял. С какого перепуга... А! Все. Зеленая. Спокойно. Не пугай меня так. Вот. Так, детали пошли. Сейчас оно все разойдется. А, теперь стальные балки нужны. А также самое сделать. Стальные балки. Стальные балки вот с этой стороны давайте тогда будем подавать. А, вот, тогда вход будет от отсюда. Да, вход будет отсюда идти. Значит, вход отсюда. Да чё ты не цепайся, алё. И отсюда мы еще цепанем, знаешь, что цепанем? Цепанем-то цепанем, правильно? Ага. Так делаем, давайте.
Вот. Шикарно. А, почти что ровно даже. Ага, почти что ровно, но не ровно. Сейчас. Блин. Вот. Он. Блин, он. Этот столб прямо, он даже через пол проходит, этот столб. А куда он идет, этот весь столб? Непонятно. Ладно, отключаем его. Ой. Ёпперс, это я пол завода отрубил. Ага. Подожди, это куда провод идет? Ага. Сюда. Ага. Сейчас. Вот. Сейчас. Так, что у нас тут? Ага. Нет питания. Логично, что тут нету питания нигде. Почему все остановилось? Алло. Нету питания, потому что, да? Ведь он могло наполниться, ведь. Ага, конвейерная лента у нас. Тут у нас. Ага. Давайте выключим все это. Давайте притормозим пока что производство. Сейчас оно наполнится полным. Почему не наполняется? А он должен быть включенным, что ли? Ладно, давайте тогда сейчас. Давайте раз, два, три, четыре. Сколько там было? Пять, шесть. Ладно, погнали наверх. Сейчас давайте заполним вручную все это, потому что это мне вломы все это. Заполняем, включаем. Заполняем, включаем. Окей, заполняем, включаем. Окей, заполняем, включаем. Окей, заполняем, включаем. Вот. А сколько тут у нас? Раз, два, три, четыре, пять. Надо еще одну поставить, кстати. Надо шестую поставить.
Надо шестую поставить обязательно, да? Да, надо шестую поставить, чтобы было бы четное число. Слишком крутая поверхность. Логично. Крутая поверхность. Сейчас перевернем, поставим ровно. Здесь поставим вот это. Туда вот это поставим. Ровно поставим сюда. Соединяем, соединяем. Так, а ну-ка. Так. Так. Соединяем. Выбираем рецепт вот это. Закидываем сюда вот это все. Я могу соединить на... Да, могу соединить, но оно не будет красиво стоять, ладно. Я хочу, чтобы было красиво. Вот. Модульный... Ага, универсальный каркас и модуль... Я сказал модульный каркас, а я неправильно сказал, это модуль. А, модульный каркас это вот это вот штуковина. А универсальные каркасы делаются из цельных балок. Их надо 500 штук. Ёпарасете. Ага. 500 штук требуется. Многовато. Так опять завод весь сейчас остановится у нас. Тут надо поставить этот конвейерный соединитель, поставить надо везде, который будет выходить. Я не знаю, куда будет выходить все это. Давайте направо пускай будет. Ладно, пускай будет направо выводится все производство пока что. И тут поставим сразу же большую контейнер поставим. Просто гигантский контейнер, который будет выводить нам штуковины эти все. Вот. Наконец-то мы изготавливаем. Фу-фу-фу-фу-фу. Мы изготавливаем. Эти самые каркасики изготавливаем. Да, мы изготавливаем универсальный каркас, изготавливаем. Ага, я понял, провод вообще. Ага. Так. Чего?
Понял. Ну ладно, я заберу вот это. Сейчас. Так. Вопрос, к чему можно подключиться теперь? Ну вот к этому можно подключиться, давайте. А то мы весь завод обесточили. Пять в минуту, два универсальных каркасов, 5 в минуту изготавливаются. Ага. Так. Ага, универсальные каркасы у нас изготавливаются. Это хорошо, кстати. Так, универсальные каркасы. Ага. Подожди, а утяжеленные... Утяжеленные надо будет тоже изготовить там. Ой. Подожди. Минутку, а у меня есть тут машинка? Кстати, теперь сверхпроволока у нас... в хорошем количестве производится. Это уже меня радует, но тут у нас тут у нас вообще беда у нас тут. Ой, зачем я все это взял? Давай возьмем все сначала. Потом вот такое сделаем. И просто возьмем вот это. Сортировать. Тут вот такое сделаем. Давайте. Вот. Шикарно. Так, теперь еще усиленную железную пластину надо изготавливать. Ой, не усиленную железную пластину. А этот вот каркас. И там надо этот сам балку железобетонную. Там надо железно-бетонная балка еще, ёб твою. Ага. Блин, еще надо наладить производство с этим самым, с нефтью надо будет производство наладить. Подожди, где тут вход? Я не понял, а где вход тут? А. Я понял. Давайте загружаем сюда. Вот. А, 500 этих, 500 этих, еще вот это вот нужно. А для этого надо все это построить. Вот это вот надо построить. Для этого. Пластика не хватает. Угу. Сейчас. Блин, надо с пластиком разобраться будет. Это надо все это просчитать маршрут. Как он будет кататься. По какому маршруту. Ассамблер. Вот это. Кварцевые резонаторы. Блин, еще резонаторы надо. Ой-ой-ой. Да, тут нужно 4 ингредиента даже. Сразу же подавать ему надо. Для этого надо тут еще это плюс. Печатная плата еще нужна. Компухтер нужен. Блин, еще компухтер производить надо. В общем-то, ой, да я компухтера нужно, что? Печатная плата, еще ой, пластик, йоооо! Камон, нет. Это пипец, ребята, да. Слушай, это пипец. Это надо... С пластиком надо будет возиться долго. Короче, ребята, все. Давайте на этом закончим.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, нажимайте лайки. В общем-то, не забывайте на стримы приходить. А всем пока. Увидимся в следующей серии. Если она вообще будет. Всем, ребята, пока. Вот.